Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите что-то невероятное, а именно очередную серию читер-патруля. Прямо сегодня я собрал самых нереальных и самых жестких читеров. Поэтому, пожалуйста, если ты ждал эту рубрику, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, давайте смотреть на нашего первого пассажира. Ребята, приятного просмотра. Игра только начинается, и сейчас наш любитель прострелу, который использует читы, конечно же, спалится, и мы его забаним. Ну что, пирожочек, давай, давай. Ой, красавчик, ID 661-72156. Я, ребята, даже нашел его клан, и вы не поверите. Вы просто не поверите, вот этот парниша, у него даже есть легенда, представьте себе. Конечно же, это читерская легенда, и этот парень улетит на банановый острова, и эта бущина легенда ему не поможет. Ну а прямо сейчас мне нужна ваша помощь. Мой подписчик скинул мне это видео и говорит: Кент, пока забань читера. Теперь вопрос, а кто же тут читер? Мой подписчик, что ли? Ну посмотрите, я вообще не понимаю. Бегает себе такой с АВМ Трэшер Хантером, как ни в чем не бывало. Алло, ребят, кто читер-то? Я, конечно, все понимаю, но это явный перебор. Просто обратите внимание на этого читера. Ща, почины, вы просто обалдите. Смотрите, смотрите! Вы это видели? Давайте еще раз назад. Посмотрите, чувак сквозь стенку проходит. Мать моя женщина, что это было? Тупо залез в стенку и там сидит. Вот это, конечно, да. Ну, правда, я чуть не понимаю, почему, если он читер, у него бронза 4 и КД 0.72. Ну, прям очень подозрительно. Но его ID 444-657-58. И еще один читер, любитель ходить сквозь стенки. Посмотрите на этого Обовина. Кстати, я чуть заметил, очень много читеров с никами Обовин. Вот именно Обовин, не знаю почему, с чем это связано. Обовин, если ты меня смотришь, то выключай читы. ID 712-67332. Конечно же, парень улетает в бан. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите самого жесткого читера. Я, конечно, видал всяких читеров, но чтобы у читера было КД 11000, причем это не на ботах, это на игроках. Мне кидали скрин, он тупо сидит в стенке и всех мочит. 0 смертей и 11000 киллов, ребята, представьте себе. Я такой большой КД вижу впервые. Если увидели хоть раз в жизни больше, то напишите об этом в комментариях. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим пассажира с бессмертием и плюс спидхак. Ну это просто полнейший комбо. Вот мой подписчик с айпадом играет, никого не трогает. И тут, ребята, прибегает этот спортсмен, этот Усейн Болт. Уже успел даже заплантить бомбу, представьте себе. Раунд начался 3 секунды назад, он уже бомбу заплантил. Прибегает и начинает просто по всем стрелять. Ребята, я просто в шоке. ID 723-30-458. Еще и ник Мистер Бро. Братан, ты нам не бро. Пока, улетаешь в бан. И перед тем, как мне написать, что это просто бах и он провалился, посмотрите, пожалуйста, внимательней. Посмотрите, сейчас он будет прыгать, вы поймете, что это самый настоящий читер. Вот, смотрите, 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 да? Сейчас он прыгнет, вы поймете. Так. А ну-ка, вот, 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 вы видели эти высокие прыжки, то есть я тоже вначале подумал, что это бах, и он просто провалился под лестницей, но нет, это самый настоящий читер. И, конечно же, Владик, у тебя новый созданный ID, мы его тоже забаним. Ох, Владик, Владик, он еще на последнем месте отыгрывает, вот его ID, 737-83886. Ну что же, ребят, давайте посмотрим на великолепную игру от Влада. Так, Влад, ну-ну-ну-ну, покажи, на что ты способен, покажи, на что способны твои читы, кроме того, как проваливаться под стенку, так? А, ни на что! Читер-нуб! Бывает и такое, ребятки. Конечно же, этот парень тоже улетит на банановые острова. Ребят, я знаю, что вам нравятся видосики с своим Трэшер Хантером, поэтому посмотрите на этого парня. Ну посмотрите на Девила, да? Надо букву В на Б поменять. Ну посмотрите, как же он бегает! И каждый килл, который он делает, он совершает с АВМ Трэшер Хантер. Девил, пока! Просто, ребята, готовьтесь к тому, что вы увидите. Я понимаю, что качество плохое, но вы сейчас обалдеете не меньше, чем я. Просто смотрите, 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 мой подписчик бежит, у него крутой керамбит клоу, и посмотрите, что же сейчас будет. Его убили, мать его, Скирамбита Голд, Скирамбита Голд, рука, лицо, братанчик. Я, конечно, всяко видал, но такого наглого читера я вижу впервые, поэтому 747-22-737, пока.
приятного вам просмотра. Следующий наш пассажир, для того, чтобы нам было удобнее его банить, он даже добавил свой ник, свое ID. Вот, блин, вот спасибо таким хорошим людям. Так будет гораздо проще его банить. 77225698. Остановись-то, бэби. Не, конечно, мы видели много читеров, но читеры, которые выбрасывают нож, посмотрите, это не шутки. Чувак тупо выбросил нож. Представьте, до чего же дошли читы. То есть теперь при помощи читов можно менять ID, можно выбрасывать нож, да можно, мать его, делать все, что вы захотите. Я просто в шоке. Посмотрите, парень только что за пару секунд взял и перемочил всю команду террористов. Вот-вот, посмотрите, вот-вот, тут нож на полу лежит. Блин, обалдеть, у него еще и спидхак и АИМ. Конечно же, этого пассажира мы забаним. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим, как же этот пассажир убивает прострелом. Вот-вот-вот, и вот его ID. 6-1-1-5-7-1-1-3. А че, думал, мы тебя не найдем? Изи. Ну что же, пацаны, я очень сильно надеюсь на то, что вам все это очень сильно понравилось. Ну, пожалуйста, ставь лайк. Подписывайся на мой канал и присылай мне новых читеров ВК. С тобой был Кент, пока, всем удачи, всем пока.